пятницу в Самарской области пасмурно, пройдет снег, днем минус 4, минус 6 градусов, ночью минус 4, минус 7. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Сызрани на небе тучи, осадки в виде снега, в светлое время суток минус 3, в темное минус 4 градуса, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой снег, днем минус 4 градуса, ночью 4 ниже 0, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, снежок, днем минус 5 градусов, ночью также 5 с минусом, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 87%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.